Всем привет! Вы на канале Лина Лори, меня зовут Лена. Сегодня я хочу вам показать наших деток. Это у нас Вика. Вика, посмотри. Вика, давай, посмотри сюда. Вот, девочка. Вика у нас очень классная девочка. Она у нас вожак, она ходит во главе упряжки. Она прошла Волга квест, да. Не в вожаках, конечно, но это была единственная девочка нашей команды, которая может выдержать такое большое расстояние. И недавно мы приобрели Самайна. Это собачка из питомника Light Keepers. Собачка от очень хороших ездовых родителей. И мы их повязали. И вот я вам показываю попы, плоды наших стараний, наших трудов. Их 8. И они, знаете, как получилось? Половина девочек, половина мальчиков. То есть 4 девочки и 4 мальчика. Это просто супер. Сразу поясню, они живут на голом полу, потому что на улице у нас было до 32 градусов. И предложенные лежаночки, предложенные покрывальца Вика игнорировала и перетаскивала детей в более прохладное место. Поэтому мы приняли решение убрать вообще все подстилки. Щенки, в принципе, чувствуют себя хорошо. Мать довольна и от жары не сильно страдают. Вот так вот она умеет. Хочу рассказать немножечко об этих детях. Так как и папа, и мама у нас ездовые. Они участвовали вообще в больших очень гонках, на большие дистанции. То весь помет на данный момент не продается. Не знаю, будет ли дальше кто-то продаваться, да, нет, это под вопросом, но на данный момент мы планируем оставить себе всех щенков. Сразу 8. 8 щеночков. Конечно, в ездовых соревнованиях они смогут участвовать только через 2 года. И сейчас я как раз снимаю первое видео, я сделаю это в отдельную папочку, потому что хочу именно сделать такую историю, как эта упряжка от рождения и до побед, что с ними случится, как они вырастут, как они будут тренироваться, какие они результаты покажут. Все хочу вам показать. Ну что, познакомимся с ними? Чпок. Это у нас мальчик. Мальчик. Да. Эть. Вот какой красивый. Девочка с идеальной масочкой. Ить. Еще красивая очень маска. Девочка. Ну-ка, покажите нам еще мальчиков. Чпок. Девочка. Ить. Вот какой красивый. Мальчик. Вот такие у нас детишки. Кстати, вот тут еще хорошая масочка очень. Классика жанра, да? Девочка наша красавица. Кто-то уже начинает открывать глазки, поэтому скоро будем фоткать. Покажу вам, какие глаза у них. Ну, у мамы голубые глаза, а у папы карие. Поэтому будем смотреть, как фортуна у нас нам... Как фортуна улыбнулась нам или нет, такого цвета глазки у щеночков будут. А пока вот такая красота у нас подрастает. Конечно, мы очень переживали за этот помет, потому что Вика у нас девочка малоплодная. Первый раз у нее было всего 2 щенка, второй раз у нее было 3 щенка. И на такой большой помет, конечно, мы не рассчитывали. Вика кушает 5 раз в день, кушает много, потому что вот эту ораву, конечно, кормить тяжело. Вообще, на самом деле, хаски по 8 щенков рождаются редко у них. Это 4, 5, 6 щенков, это нормальный помет. 8, это, конечно, перебор, и это очень много. Ну вот они родились, наши красавцы. Да, Вика? Викочка. Устала. Ну вот. Понравилось видео? Поддержите, пожалуйста, наш канал подпиской и лайком. Пишите.
пишите в комментариях. Спасибо за просмотр и до скорой встречи. Пока!